Сейчас скажу, сколько время. 18:36 время. Да, даже не верится, что уже не только лето закончилось, а и целый сентябрь уже прошел. Еще, конечно. Я тут стою, снимаю на фоне пальм солнечный закат, последний сентябрьский. Тут у нас Лена из Киева, она меня узнала. Ну, она стеснительная, она не хочет ничего, боится что-нибудь сказать, не хочет, чтобы я показывал близко, но вот так вот хотя бы помахала издалека. И в отеле Саритаж она отдыхает, и на вот этом пляже, это сейчас пляж отеля Саритаж или Саритаж, мы на нем находимся. И сейчас солнце спрячется, это последний сентябрьский закат был. Все, сейчас оно спрячется, и увидим мы его уже в октябре месяце, либо в следующем сентябре, если сентябрьское. Самый романтический полет на парашюте как раз во время заката. Ушло, спасибо всем за внимание. Пока сентябрь, до встречи октябрь. Маленький бонусик такой, мы находимся на пирсе White Gold отеля, в оба тоже. Время 18:53. Чистейшая прозрачная водичка. Собака плавает. Людей мало плавает, всего что на ужин плавает пес. Тапочки чьи-то плавают. Вот если вы сейчас видите, тапочки плавают. Успеет спасти тапочки или нет. И так смотрим, чем закончится это плавание тапочек. Ого! Чё себе, он сейчас сюда поплывет аж. Далеко довольно. Тапочки спасли, теперь смотрим на песика. Волны, ему неудобно, но он плывет, молодец. Оп, все. Сейчас тебя волны будут подталкивать назад. Все, выплыл. Не попал я сегодня на море, к сожалению. Здесь вот даже не знаю. Сейчас, конечно, если меня перемкнет, я здесь, может, покупаюсь с пирса, но вряд ли. И на фруктовый рынок не попал, но уже, наверное, поздно туда идти, 7 часов. Я думаю, что уже все сложились. Но зато вот такой вот
объемный репортаж у нас за последнем сентябрьском вечере получился. Да, здесь просто обалденно. Сейчас вот солнца нет, и все равно видно, какая она классного цвета здесь. Ya sütüm yanmıyor canım. Ayaklarım girdiği için sütüm yanmıyor. Şu ipler kadar giden biraz. Tamam. Ne diyorsun?